С показательной программой выступили студенты из Кореи. 20 гостей привез основатель корейской борьбы тэквондо, фехтование ногами и бывший житель Зауралья, а ныне советник президента Союза тэквондо Российской Федерации Цой Минчер. Месяца три назад был один из самых крупных международных турниров в Корее, Чунчон Опен. Там 300 только российских спортсменов участвовали. В других странах там 10-20, а у нас 300. То есть я хочу сказать, что очень сильное движение в России по тэквондо. Делегация университета Джусонг из Республики Корея познакомилась с достопримечательностями Кургана. Студенты посетили сельхозакадемию, ледовую арену «Юность», Российский научный центр имени Елизарова и прогулялись по площади. Город Курган – это город моего друга. Поэтому я приехал сюда, люди приняли нас как свои. Я сразу об этом чувствую. Организаторы праздника провели матчевые встречи команд из Кургана и Тюмени. Курганские девочки оказались сильнее, а вот мальчишки уступили тюменцам. Корейцы предложили курганским тренерам выбрать двух выдающихся бойцов и пригласили их на 6-месячную переподготовку в Сеул. В ответ хозяева согласились принять двух тренеров из Южной Кореи. Мы берем на себя только трансфер, то есть чтобы ребенок, спортсмен, был доставлен в Южную Корею, а корейцы его встречают и берут полностью на себя на обучение. Причем занятия, тренировки, занятия по учебе, знания, изучение языка корейского, какие-то терминологии. Также готовить и инструкторов. Сеульские студенты пообещали приехать на будущий год. Михаил Алимов, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».